Реванш, победа, 3 очка и просто прекрасное настроение от хорошо проведенного времени на футбольном поле. Команда телеканала РЕН-ТВ Молдова с победы начала второй круг в чемпионате страны по мини-футболу. На прошедших выходных мы обыграли в напряженном поединке коллектив молдавца со счетом 6-5. За минуту до завершения встречи наши соперники сократили отставание до 1 гола, но РЕН-ТВ Молдова так просто не сдается. В итоге приятная, особенно в свете проигрыша в первом круге, победа. После 16 туров у РЕН-ТВ Молдова 22 очка, пока 9-е место из 16 команд, 7 побед в активе и огромное желание эффективно проводить время не только на съемках телевизионных репортажей, но и на футбольной площадке. Чемпионат Молдовы по мини-футболу проводится с августа по май. В нем принимают участие порядка 52 команд, разделенных на 4 дивизиона.